Акимы повышают уровень финансовых знаний. С января 2018 года собственные бюджеты будут формироваться в населенных пунктах, в которых живут больше 2000 человек. С 2020 года повсеместно. Контроль за расходованием средств будет осуществлять местное самоуправление. С 2018 года у нас формируется свой бюджет, где нам необходима вот эти финансовые грамотности. По численности населения в самом в районном центре у нас 11800 населения, поэтому мы чувствуем ответственность перед населением. Надо его правильно расходовать, правильное должно быть вложение в свой бюджет. Главное преимущество, что местные самоуправления распределяют доходы самостоятельно, совместно с КИНЕСом. То есть с общественностью поселка, которым они уже сами рассматривают приоритетность мероприятий, на что потратить те деньги, которые поступают на бюджет СМСУ. Раньше это было невозможно в связи с тем, что все эти деньги распределялись через уровень районного бюджета, и, соответственно, здесь влияние акима было низкое.